Всем привет-привет, ребята, вы на канале Мишкова Клена, и сегодня угадайте, где мы? Думаю, все уже догадались. Да-да, вы не ошиблись, мы в бассейне! Летний открытый бассейн. Ну давай поснимаем чуть-чуть. Это один бассейн. Тут есть напротив зимний стадион, да? Можно взять шезлонги. Сейчас мы поднимемся наверх, на второй этаж, чтобы лучше было видно. Да, здесь ресторанчики. Можно попить пиво или напитки, покушать мороженое. Феноменально. 35. Да. Вот так они выглядят. Это три бассейна. Два больших, один маленький. И в принципе все. И вот такая вот территория с цветочками, с травичкой. Очень классно. Лен, смотри, какое шикарное дерево и какое оно большое. Лен, привет. Мы спускаемся. Точно, мы спустились на самое начало. Вот здесь вход. Вот тут вот берешь лежаки. Кому интересно, вход для взрослого 4 евро, для ребенка 3 евро. Но это целоденный вступ. То есть, в принципе, можешь быть хоть час, хоть и 10 часов. Ну, работает он с 9 утра до 8 вечера, так что при желании можно в 9 утра сюда залезть и в 8 вечера вылезть. Да, сегодня наша мама раньше освободилась с работы в 12 часов дня. Я приехал в 2 часа. Лена, тогда где мама? А, мама что-то перелегла. Так, мы берем интервью. У мистер Лайт Поли. Как вам тут нравится? У мамы просто бездельничает. Загорание. И вот второй бассейн. Второй бассейн. Есть еще там детский. А, кстати, можем пройтись, посмотреть. Есть два бассейна. Один такой нормальный, где я достаю, а второй, где я не достаю. Третий бассейн для 6-летних. Ну да, он совсем маленький, там 60 сантиметров. Он мне даже до колен не достает. Это такой маленький тоже. Щеточка, чтобы при руководителе не хотят вообще не забирать.
он есть качель, как хочешь, можешь покататься. Да, ребята, все же сына полностью. Сюда просто надо приезжать в сильно жаркий день, да? И расслабляться. Для малышни. Ну, если вас это интересует, тогда вот такие душики тут еще работают, можно потом ополоснуться после бассейна. Ага. Так, и вот тут он совсем маленький. Мы вам хотели сказать, что, кстати, я сейчас видел, что этот бассейн идет через нормальную улицу. Просто кто-то едет или идет, значит, мы сейчас заняты. Вот, глубина воды 60 сантиметров. 0,6 метров. Да, там дальше уже идет просто улица. Самое интересное, что в Братиславе, когда мы смотрели, куда поехать, то летних бассейнов, ну что, порядка, наверное, 15, Лен, это не один, их очень много. То есть вот таких открытых бассейнов. И, по-моему, даже для Украины это была супер-мега крутая идея. Ну да. Ну то есть это очень классно, даже там, если вход будет. Так что мы вам рекомендуем, чтобы примерно в Украине было бассейнов много, но вот таких летних открытых бассейнов в городах. Просто вы понимаете, это не где-то там возле реки или еще, это просто вот в городе вокруг идут дома, рядышком тут в 200 метрах остановка трамвая. Да. Да. Я думаю, даже если 100 гривен был бы вход, ну, за целоденный вступ, было бы валом желающих. И вот представьте, за день принимал бы такой бассейн, ну, минимум 1000 человек, а может 2. Да, мы сейчас пошли. 100, 200 тысяч. Ну да, потому что ребята очень сильно. Хороший бизнес. Уходим.